Тамары Петровны. Яковлева Умновой. Аня. Держи в руки. И сохрани, и в нужные руки передай по наследству кому. Отцу. Поняла? Блаженная Феофилакта, и здесь 297 моих комментариев. Я поняла, я все поняла. Полностью, потом, полностью потом. Весь Новый Завет. Но потом, не сразу. Повторяю еще, за 2000 лет это впервые вышел такое-то лучшее издание. Кстати, положу, тебе трудно? Вот тут вот так. Теперь, вот этой книге кто будет хозяин? У нас есть такая книга. У вас книга. Есть. Я себе подарю. Держи. Спасибо. Теперь, вот этого... Дальнейшее вы подарите кому-то. Это лично самый большой мой труд был, почти 40 лет ушло на собирание. К истинному православию. Держите. Это второе издание. И вот это вот симфония на житие святых. У кого она будет? Чтобы ей не пропало. Посмотрите. Берешь? Не, ну все. Мы у нас вместе. Возьмите, не старайтесь, наоборот, разберите. И вовремя, по наследству скажите, ты живешь здесь, допустим, и говоря, если меня не будет, книги принадлежат тому-то. Все, давай я уберу, немножко скажу. Анна Филипповна, так, куда-то отдельно положи туда, ну, можно положить. Спрашивает, а бывает такое, не принимают? Бывает, это примерно 1 к 10. 9 приняли, 1 нет. Какая причина? Причин никаких нет, они не видели, они не слышали. Но есть одна причина, вот, допустим, не приняли нас в прошлом году 10 человек. 9 только по вине священников. Куда бы мы ни поехали, как будто нас ждут. Он спрашивает, и как встречают? Я говорю, встречают по-разному, а провожают одинаково. Я 240 раз должен был сломить обстановку. Я приезжаю незваный, нежданный. Кто такой заявился? У библиотекарей строгая инструкция. Не принимать книги, там, сектантские, экстремистские. Они не знают содержания. У меня с собой документы, подтверждающие, что эти книги находятся... В парламентской библиотеке Ленина, в Москве, центральной, номер один библиотека, историческая, в больших городах. Я должен убедить, что эти книги не вредны. Это сделать в течение 10 минут. Это 240 раз я должен был в прошлом году переломить обстановку. Бывает неблагоприятная обстановка, когда директора нет. А другие принимают, уже приняли. А директора звонят, тогда пока пришла, она отстала. Отстала. Бывает на целых полчаса беседы. И она понимает, она не знает из того, что сказали. Уже книги, а нам книги не нужны. Вот эта обстановка опасная. То есть она старается всех переломить и сказать, книги не нужны, забирайте. Вот теперь я работаю конкретно с ней при всех. И она умещается, все тише, тише. Ну ладно, давайте, подпишу бумагу. А бумага, перечень книг, поставить мне нужно печать и подпись. Переломить обстановку очень непросто. А когда директор там расположен, ну... А как вы нас нашли? Мы в такой дыре находимся, там вот вчера были Тирасполь, а она в Приднестровье, и там военная часть стоит, они не знают, куда это... И там везде проверки, 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 вдруг мы вот они явились. Они там нас все приняли, как будто бы ждали. Фотографируемся, каждый жмется, а уже на пороге стоим, уже на улице, еще, а можно я вас поцелую? Понимаете, это надо видеть все это. Теперь священник, один епископ мне жалуется, вот мы дали книги. В библиотеку дали, там, к примеру говорю, к примеру, благословение батюшки Ионы. Ну хороший же батюшка-то был-то. Вот, там Матрона, другие, Игнатия Брянчанинова, 7 томиков выше. Игнатия Брянчанинова. Проходит год, библиотека все книги возвращает. Ни один человек не читал. Это никому не надо. Он говорит, как так? Год прошел, но, говорит, они полки занимают у нас же, не безразлично. А книги Игнатия Лапкина воруют. Воруют, это означает... Он не может достать нигде книгу, и он ее... А потом узнают ему штраф там 5 раз дороже книги. Он говорит, я заплачу, лишь бы книга у меня такая была. И тогда разве это справедливо? Феофана Затворника не хотят, и она Кронштадтского не хотят, а Игнатия Лапкина берут. Это какая разница? А в том, что я взял все от Феофана Затворника, и от Анны Кронштадтской. Все это на сегодняшний день, это называется экстраполяция событий, перенос. Конкретно на сегодняшний день и конкретно к считающему. Вот ты будешь считать мои эти... комментарии вот здесь в Новом Завете, они оживляют Новый Завет и толкование, ну абсолютно. Вот у них патриархии издали Блаженный Феофилакт до Откровения. И они стоят, когда здесь начинают считать, вот я сейчас покажу где, то здесь совсем по-другому. Смотри, допустим, Блаженный Феофилакт говорит о необходимости проповеди. Я эти места выделяю, я сам делал здесь верстку,
Вот это. Божиться после Христа и сделал хуже, уже худое. Это Иоанн Златоуст говорит. Вот о благовестии. Сейчас несколько мест покажу. Что я делаю? Да. Божественное учение подобно еще закваске. Это Фефилак говорит. Вот дальше И.Л. Игнатий Лапкин. Это другим шрифтом. Так. Еще здесь говорит, Царствие Божие есть учение и проповедь. Фефилак говорит, блаженный. Это он сказал 900 лет назад. Я теперь, Царствие Божие есть учение и проповедь. А дальше вставляю здесь Иоанна Кронштадтского, Игнатия Брянчанинова. И на сегодняшний день. И опять, Царствие Божие есть учение и проповедь. Я вдалбливаю буквально большими буквами, в виде жирно. И снова, Царствие Божие учение и проповедь. Говорю опять, Царствие Божие, священие, проповедь. И заметь, сколько раз. И дальше отчеркивается, вот где все закончилось. Теперь опять блаженный Фефилак. И он говорит, пророки не свое учение предлагали-то, но возвещали Слово Божие. В церкви нет Слова Божия. Я теперь это, вот эти слова беру и выделяю, чтобы легко было их видеть. Главное, комментарий относительно важности изучения Слова Божия и проповеди. И когда священники смотрят, да там такого блаженного Фефилакта нету. Я говорю, почему нет? Смотрят, правда есть, а как же я не видел? А как видел-то, когда одним шрифтом идет, и ты не проповедуешь? А я ему прямо по глазам, а ему прям по лбу, а ему прям по носу. И он когда считает и видит, в самом деле надо проповедовать, а как же мы не проповедуем, а почему? Другие смотрят, а эти комментарии мне не нужны. Я говорю, не нужны, убирай. Но слово-то осталось, то блаженно Фефилак, то... Ну, Фефилак, это же не святая Библия. Я открываю тогда из Библии, показываю. Это священники уже начинают это говорить. Если они не принимают, которые люди, это там, где священник влез в библиотеку, и он, его прихожанка там, она не библиотекарь, а бывает библиотекарь. И мы с ним сотрудничаем, с батюшкой. И батюшка теперь должен проверить, прежде чем принять книги в библиотеке, хорошие они или нехорошие, православные. А их никто не ставил там цензорами. Это противозаконно, против Конституции. Попы все будут порублены за это. Они в воинские части лезут сейчас в школы, АПК везде. Их никто не ставил. Они опротивили всему народу. Их снова с колоколен не с головы будет сбрасывать. И они не понимают этого. Работать нет. Вот мы ходили в тюрьму. Мы идем туда... раз в неделю. Я иду по камерам, заносим материал, Евангелие туда. Никого нету. Я работаю 17 лет. Заключенные ждут. Я выступаю у них по рации. В каждой камере говорит приемник. Нет приемников, а 56 приемников им достал туда. 56, это не 56 калачей. Но вот появился там священник. Мгновенно нас отрезает. А почему? Потому что с ними сотрудничают. Мы приходим, а власти эти говорят. А потом собираются сотрудники этого учреждения СИЗО тюрьмы. Я с ними каждый месяц провожу занятия. Он все отрезал сразу. Но сам он не будет ничего делать. Он не будет. Он враг, он антихрист. Антихрист в рясе. Я это все патриарху написал. Мы Евангелие раздаем, они собирают их и рвут, и сжигают в церковной ограде. Евангелие. Это вообразить даже нельзя. Они ненавистники Слова Божия. И вот если он, священник, над прихожанкой имеет власть, она намертво стоит. Надо батюшке отцу Борису позвонить. Ну, звоните. А какое она имеет отношение? Да у вас тут всякая бяка. Там и Рерихи, там и Блаватские, там и Кашпировские. Ну, библиотека. Где? Мирская библиотека. А в мирской? В мирской библиотеке. Но он гоняется не за баптистской литературой, не за гавистской, только за нашей. Она, батюшка, ну отца Бориса нет 2 дня, вы пока в церковь тут походите. Мы в день нужно 5 мест объехать, я буду сидеть здесь ждать тебя. Приехал за 5000 километров ждать отца Бориса. Который, он в глаза не видал книгу. Да чтобы одну книгу вот такую вот взять и прочитать, ему потребуется 10 лет. А он должен за 10 минут 38 книг прочитать, посмотреть. Какой же это центр-то? Они опупелые совершенно. И она намертво стоит. Нет, я не могу. Почему? Он сказал, ничто не принимать. Принимать будешь, отлучу от причастия. Они причастием играют. Ни один подлец, ни один варвар в мире это не делает, что попы делают сегодня. И лгут они, абсолютно не заботясь о жизни вечной. А Игнатий был, по городу продавал Евангелие, это сказать, книги свои. Это нигде никогда не было, во-первых. А во-вторых, вот призывают они к тому-то, лжет.
Этого нету. Он не может доказать, но он скрылся. А это подобно Богородичному центру, там Виссариону, ну то есть слуги Антихриста. И это все за подписью митрополита все выставляет в интернет. Все вместе, коммунисты, фашисты, такого зла не делают, как попы сегодня. И поэтому вначале я хотел дарить епископам, отрезали. Я стал дарить священникам. Они стали такие пакости делать, я отошел от них, только мирские библиотеки. Они сейчас вынюхивают везде, но есть места недоступные для них, как государственные национальные библиотеки, они ничего не могут сделать. Им туда ходу нет. Но если даже мелкая библиотека, он пришел, а у вас говорят, тут Игнатий был в библиотеке, книги есть, да, есть. А нельзя ли взять епархию? Нельзя. А зачем? Они библиотеки, ему надо вырвать. Они говорят, эти книги больше потребуются там, у нас семинаристы, тот лжет. И теперь наши узнали, и наш там живущий человек к ним пришел, книг нету где, в епархии. А зачем же вы отдали? Это вы же подписали бумагу, что книги у вас будут. Идут туда, скажите, книги Игнатия Лапкина у вас есть? Да. Ну так они для чего взяты? Чтобы читать. Я хочу читать. Читать? Ну сейчас мы узнаем. Пошли. Ну они где-то тут есть. То есть мухлюют, крутят и лгут. По телефону библиотекарь говорит, ну книги эти экстремистские, экстремистские это значит зловредный враг народа. И там людей на зло настраивают. Ну тогда звонит директору, Михаил его звать. Скажите, вы книги Лапкина держите, да? Эти книги экстремистские? Да нет. А как же библиотекарь говорит? То есть они не договорились. И книги эти людей стараются стравливать, то другое. Да нет, и книги. Так она сейчас мне сказала, а он все это на телефон записывает. Это мы все в интернет выставили. Это всю подлянку делают попы. Я веду занятия в университете. Университет. 21 тысяча студентов. Могут заходить любой. 17 лет. 17 лет. И в это время из епархии приносят бумагу, приходят, чтобы меня оттуда выкинули. А сами туда не идут. Но руководство не пошло на это. Сразу пришли, объявили, сказали, что они делают. Я веду занятия в летном высшем училище. Будущие авиаторы, которые... Веду много лет уже. В это время заявляется священник, они с властями установили специальный священник по силовым структурам, и теперь он будет курировать их. Меня вызывает на генерала. Так, Игнатий Тихонович, тут решение принято, что они у вас будут вести они занятия, ну а вам уж придется отойти пока. Я говорю, они не будут вести занятия. Нет. У них главное у попов это корысть и трусость. Корысть и трусость. Они не будут вести занятия. Ну, я ушел, ну, отказали. 470 курсантов. В это время проходит там неделя-две, мне звонят. Так, приходите вести занятия. Они не стали вести занятия. Они первый вопрос задали, а сколько нам будете платить за уроки? Они говорят, а Лапкин 8 лет ведет. Ну, это Лапкин, он что попало делает. А мы не можем так, у нас только за деньги. Все, умылись. Они ничего не хотят делать. Это я на ваш вопрос отвечаю. Везде хорошо, где нет священников. Если есть там храм, мы его стороной обходим. Почему? На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И что? И сами не входят, и хотящих не допускают. Мои книги берут в епархии, исследуют, там назначены специальные цензоры, проходит год, второй, третий, 12 лет. Ну вызывайте меня, вызывайте в синод перед патриархом. Но и 12 лет это не 2 дня. Ну и укажите, страница, книга, ни разу, ни одной строчки. А что, клевета? А кто клеветник? Дьявол, лжец и клеветник, мы это знаем. Евангелие от Иоанна 8:44. Вот где не принимают. А вот эти, которые пришли там, прихожане уже обращенные. Батюшка пришел, отец Вячеслав, нам бы книги Игнатия Лапкина. А зачем? Они в библиотеку. А мы хотели. Батюшка, записывайтесь, берите и считайте здесь. А, извините, он сразу смылился, его нету. У него нет никаких прав там, ни библиотеки. Это мирская организация, а церковь отделена от государства, и они лгут. И чуть что, если прихожанка отлучит от причастия. Вот я одному священнику подарил вот такие книги, или даже, может быть, приобрел. Скажите, пожалуйста, через книги куда вы зовете людей? В Московскую патриархию храма. Ну, а если там вы против священства пишете? Значит, идти ехать к епископу, открывать храм. Во всех храмах. Где мы бываем, везде одинаково. Везде. Люди, чтобы обратились ко Христу и приходили в храмы Московской Патриархии. У нас других храмов там нету. Никуда никого ни разу не звали. Сегодня люди понимают, это безумие. Ты вызовете в храмы. Да храмы пустые. 1000 человек в селе, и только 6 человек в воскресный день приходит.
прошли все село, и только два Евангелия нашли. Мы 450 новых заветов сразу людям отдали. А попы уходят, и там все засняли. У Игнатия их говорят, только уезжайте отсюда, уходите. Вот как бесноватые, когда исцелен был, свиньи бросились в море. И жители города вышли и убеждали, только уходи отсюда. Вот такая ситуация. Это все заснято, все засняли, мы епископу представили. Мы должны встречаться. А какая тема беседы? Тема «Жить не по лжи» и «Благовестие». Они решительно отказываются. Они не хотят жить это. А какое у них благовестие? Они экспедицию назначают, копают землю, находят фундамент, где раньше была церковь в городе Алтае. Кому эти нужны фундаменты? О, тут храм был. Вот 70 лет разрушен, там ангел стоял 70 лет и охранял. Понимаешь, это дурдом. А ангел стоял бы и фундамент ваш охранял. Да откуда вы это взяли-то? Ангела пошлю, на путях тебя сохранят. Вот где он с нами, ангел, а он у фундамента не будет стоять. Мы на краю пропасти, лопнула шина, мы несколько раз при смерти были, горы такие, тоннели проходим. Ангел несет на крыльях. Куда мы зовем их? Вот приходят люди, допустим, в Дом культуры. Мы перед ними выступаем, кто пришел, Новый Завет раздаем, а храма там нету. Прекрасная обстановка. Теперь собирайтесь вместе, поезжайте к нашему епископу и просите хотя бы пока часовню, а пока ходите в соседнее село, в храмы зовем. А почему они тогда попы воюют? Безумие, безумию нет предела. Ну подождите, вот в храмах у нас здесь рядом храм, где да. Мы сейчас идем. Там проповедь постоянно, там постоянно службы прекрасные идут. Там все понятно через пение, через богослужение, через проповедь, все понятно. Чего же новый храм открывать, когда вот рядом у нас храм? Я говорю, куда мы идут? Едем по селам, где нет, ты не расслышала, по селам, где в окрестности, допустим, 40-50 километров ни одного храма нет. Здесь мы не проповедуем, мы только здесь работаем в библиотеке. А что, храм, священник проповедует, нам зачем тут делать нечего? Нам там, где нет, мы сеем, не на чужом основании, Павел говорил. Мы сеем там, где никто не сеял. Вообще ничего люди не знают. Приезжаем, а там адвентисты, иеговисты, мормоны, и кого только нету. Да почему вас долго не было, православных? Да где вы были? Мы в городе идем по домам. По домам, по квартирам. И раздаем Евангелие. И призываем людей в храмы. Вот представьте, мы нажали кнопку, и видно, там гуляет, гулянка идет. Кто такие? Мы православные. Ну и что? Мы хотим, чтобы вот люди Евангелие имели. Мы в храм ходим. Пошел ты со своим Евангелием и матерком. Я говорю, как же, патриарх Алексей, да пошел ты со своим патриархом. Мы ходим к батюшке, мы причащаемся. Вот хоть свой причащает, ты еще слепая, не видишь народ-то какой, они ничего не знают. Они не, люди, которые приходят, пение понятно, как раз пение меньше всего понятно. Люди не знают Христа. Ну там, где ругаются, те не причащаются. Зачем они причащаются, она исповедуется, она отца называет. Да зачем вы говорите? Так. Ну не ругаются матом, которые те не идут, те не причащаются. Так, теперь обожди. Я вас не опровергаю. Почему вы меня опровергаете? Ну, вы их знаете, которые не ругаются. Я знаю тех, которые ругаются. Вы по городу не ходите. Мы тысячи квартир обходим. Кто лучше знает? Но мы же видим, на причастие идут люди со страхом Божьим. Вы видите людей, понимаете? Которые стоят со страхом Божьим. А я вижу, да. Когда они вышли оттуда. Это совершенно разные люди. Абсолютно разные. Они не знают Бога. И которые приходят, причащаются. Чем? И цыгане, и кто только не идут. Приходят, причащаются. Я разговариваю, ты болеешь, Тамара? Болею. Тоже Тамара. А что болеешь? Да не знаю, болею. Послушай, а ты на исходе была? Да вчера была. А ты Кашпировского смотрела? Да. Лечилась пара по телевидению? Да. Чумак говорил, ты заряжала воду? Заряжала, пила. Но батюшке говорил, да батюшка сам это делал. Покаяния-то нету. Да какой батюшка это делал? Ну что вы говорите? Я, подожди, опять же. Ну, я не спорю. Я вам возвестил, вы не приняли. Я каждому вашему слову поверил. Вы моему ни одному не верите. Нет, мы не на равных. Батюшки, и мы видим ни одного. Вы батюшку-то вы не знаете. Вы говорите о своих, я говорю о том, что у нас в Барнауле. Я говорю конкретный пример, и вы меня сразу обвиняете во лжи. На каком основании? Она стоит, скрючилась больная, и я ей рассказываю. Нет, этого не может быть. Зачем так говоришь? Ну, я вам повода не давал. Так потому что все батюшки ведут борьбу против Кашпировского. Все батюшки. Да лечились сколько у них. Ну кто лечился? Батюшка лечился. Хорошо. Вы Жданова слышали? Ну слышали. Кто он такой? Жданов? Жданов. Ну профессор борется против алкоголя. Да. Оккультными науками занимается, очков. Знаешь? Оккультными? Да. Ну не знаю. Не знаешь. Дальше. Патриархия вызывает специально.
по приглашению патриарха, чтобы проводить отдельное занятие со спившимися священниками. И в зале 700 человек сидит. Вы этого не знаете? А я с ним лично знакомый, ему книги подарил. Запились, не знаем, что делать с батюшками. У нас каждый пятый... Это другое дело. Это не другое, это то же самое. Чему он может научить? Пьют. Батюшки учат, чему он может научить? Вот познакомились как раз с Украиной один. Юноша молодой. У нас прекрасные отношения. Кажется, через Сашу Домалевского мы познакомились. Он все считает. Тогда еще к истинному православию отдельными листиками у меня выходило. Его вызывают в армию. Он к батюшке идет. Отец Арсений, вот, ну, надо служить, идти. Да в Чечню посылает воевать. Ну, раз посылает, убивает, что делаешь-то? Он возвращается оттуда. И батюшка узнает, что у нас с ним знакомство. Он категорически, чтобы с Игнатием ни переписки, ничего не было. Батюшка, да я там обратился. Я сказал. Иначе ты вылетишь отсюда. Он перестал. Спился. Заходит во дворы, поднимает руки, на колени падает. Дайте похмелиться. И в колодце так утонул. А нету его батюшки. Вы не знаете. А мне вот здесь вот это лежит. И это не один, не два. Если Жданова специально Владимира Георгиевича, президента там международной борьбы с алкоголизмом, призывает патриарх вести занятия со спившимися священниками, это уже беда, огромная беда. А что, он оккультист, да? Оккультист? А вы почитайте его труды. Я не знаю. У меня в интернете все выставлено. Ну так я хочу знать. Это не мои исследования. Нет, так я верю вам. Я говорю об исследованиях, которые провели священники и епископы. Так он оккультист, да, Жданов? Я не утверждаю, я говорю, что это в интернете и это говорят священники. Я выставил материал на своей странице. Я с ним говорил. Говорил. Он начинает придумывать, что попало. Он против вина. Причастие. Это причастие, это нет. Его там специально разогревают до кипения. Это чтобы воспарились пары, там не было алкоголя. Он что попало бредет. Я говорю, откуда вы взяли? Ну а как же, вливает теплоту. Да это что, кипяток какой или что? Кипятят перед тем, как причастить, чтобы там алкоголь. Ну то есть он в этом деле вообще плывет.